нужно проводить контратак. Достаточно скоростных игроков в составе этой команды, которые в таких ситуациях оказываются незаменимы. Мне кажется, это был один из самых простых мячей в его карьере. Нужно было просто не промахнуться по пустым воротам. Вратарь тут откровенно потерял ворота и... Он накручивает соперников одного за другим. Вот пример того, как нужно проводить контратак. Достаточно скоростных игроков в составе этой команды, которые в таких ситуациях оказываются незаменимы.